Жангир, cosa pensi della politica italiana di Silvio Berlusconi in relazione alle, diciamo, alla situazione internazionale di questo periodo, la crisi mondiale e la situazione greca? Non me ne manco un cazzo. iTunes. Это наши ребята с Караганды. What's up? So we're at our photo session right now. Anwar is a big superstar here. He's doing all these sexy ass poses. Ди! Привет! Как дела? Трофей! Все отлично, как у тебя дела? Все супер! Ты прям хорошее с каждым днем. Да? Да. Devo dire, allora, sono molto felice di essere qui in Almaty, in Kazakistan, è un bellissimo posto, la gente è giovane, pieno di gnocca. Today we're gonna see a beautiful city in Kazakhstan, and this is Almaty. Now and then I think of when we were together. Хорошо. Show who you are, you should let me love you, let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and affection, make me your selection. Находимся в ресторане Исык, обедаем. Зажрались, короче, мы уже. Вот мы кушали бешбармак, он был такой вкусный. Киса, я люблю тебя, ты моя киса, Наргиза. Отдельный тебе пис, Наргиза. Я люблю тебя, кис, Наргиза. Знаешь, зачитал бы что-то, но я похож, наверное, на Леопольда, такого доброго персонажа из мульта. Не хватает пульта, чтобы переключить, наверное, другой канал, но я не перебрал, я точно не курил план. И может это гон в хлам, потому что чувак из группы Алькатрас точно там. Скажи мне что-нибудь на память. На память? Да. Этот фристайл зацепил даже самый клёвый стайл. Такая леди перед мной меня точно вставила. Ее губы, ее глаза, цвет кожи. И я не знаю, эта леди никого, ни на кого не похожа. My little bull, my moral. И я тебе люблю целую сторону. Я хочу тебя, девочка, ты супер. Я ловлю свой мотив, я ловлю свой мотив, я ловлю свой мотив, Эта жизнь слишком коротка, надо жить каждый день, каждый час. Я не знаю, может я не так, немного понимаю, все воспринимаю на глаз. И мне хотелось бы в свете первый раз о своих чувствах. И песня не о нас, ведь песня о любви. И в общем, я не знаю, я давно поставил на этом точке. Не надо ставить на все мою. Was beheading over the visa. I just wanna cuddle in a girl you could keep her. She was eager to learn, so I was a teacher. Go and do your thing, girl, I don't really need ya. She was kinda mad that your boy wouldn't eat her. I don't give a damn, cause I'm still gonna beat her. She fetched my baby like a golden retriever. К сожалению, глубокому сожалению, все время близится к финалу. И так не хочется расставаться с этими замечательными людьми, с кем я познакомился. Но это, в общем, не важно все, потому что обратно же у нас в гостях не Олег, а замечательная малазийская суперстар Лилия. Она зашла к нам в гости и хочет дать уроки кулинарии, точнее уроки мастерства. Мы только что приехали из ресторана Тимуджин. И вот, на самом деле, она даст фору любой казахской келинке. Мы видим, насколько мило у нас все сейчас все это происходит, поскольку хлеб уже лежит у нас третий день. И наша изобретательная Лилиан пытается порезать все это пластмассовым ножиком. Вы бывали когда-нибудь на курорте Табаган? Нет? И вы совсем не имеете представления? С вами я, сексуальный Ануар и сексуальный Паскаль. И, конечно же, наши самые лучшие участники. Вы посмотрите, как они расположились. Да. Он наслаждается этим. Тут все друг друга гладят. Они ждут тебя в Табагане. Только 26-го. Последний вечер. Финал iTunes. Мы ждем тебя. Приезжай в комплекс Дабагар. Check it out. Yeah. Бонжур, меня зовут Екатерина Балеева, и сегодня мы находимся на финале конкурса iTunes. Я участник конкурса iTunes. Всем привет, меня зовут Боржан. Жангир, Гербулат. Участвую в группе Simple Miracle. Салем, Казахстан. This is Pascal. Come from London. Меня зовут Дина, я из города Рим. И родилась я, на самом деле, в этом замечательном городе Алматы. Я из Душанбе. И здесь я благодаря двум моим подругам, Элине и Майе. 9 лет занимался профессиональным футболом, но решил, что музыка для меня действительно важнее. Работаю я IT-специалистом, а все остальное свое время я посвящаю танцам. Музыкой я профессионально, к сожалению, не занимаюсь, я учусь на финансиста. От конкурса я ожидаю прежде всего новых впечатлений. Хотелось бы показать себя, быть увиденной, услышанной. Каждый конкурсант проекта iTunes уникален и достоин победы. Очень рады, то, что принимают участие люди из других стран. Это клево. Видеоролики на iTunes.kz. Поднимите руки, все, кто следил за проектом. Это радует. Смотрим прямой эфир финала iTunes. Жанара, давайте поаплодируем ей. Это моя мама. Показал всем класс. Он доказал, что даже с больным горлом он это вообще, он best, да. Вот мы сейчас за кулисами ждем нашего выхода.